Улан-Удэ иномарка уехала от своего хозяина и перевернулась на крышу. Все бы ничего, но перед ее капотом стояли двое мужчин, и избежать смерти под колесами им помогло чисто везение. Вот сейчас вы увидите этих счастливчиков. Произошло это восстание машин на одной из автозаправок Улан-Удэ. Видео внезапного движения автомобиля сняли камеры наблюдения. На кадрах видно, что перед заправкой водитель кроссовера Honda решил проверить уровень жидкости. При этом мужчина, не заглушив двигатель, открыл капот и вместе с пассажиром занялся ревизией. Автомобилю только это и нужно было. Он резво тронулся с места. Все попытки водителя сесть за руль и остановить машину успехом не венчались. Но через несколько метров иномарка врезалась в бензоколонку и перевернулся. Водитель и пассажир чудом успели отскочить в сторону, не пострадали. Вот теперь им и машину, видимо, менять придется. Ущерб автозаправки оплачивают. Ну, хорошо, что не взорвалось все.